Воинская часть 66-55 в рамках празднования Дня защитника Отечества и 30-летия со дня образования Вооруженных сил Республики Казахстан прошло состязание среди молодежи и военнослужащих. Они соревновались между собой в таких дисциплинах, как спортивная эстафета и армрестлинг. Подробности далее. Перед началом мероприятия будущие защитники Родины ознакомились с различными аспектами воинской жизни, начиная с того, как солдаты принимают присягу, и заканчивая выставкой военного оружия и военной техники, после чего началось спортивное состязание. Как отмечают сами организаторы, такие мероприятия поднимают дух патриотизма среди молодежи. Воинская часть 66-55 Национальной гвардии Республики Казахстан в городе Актобе для школьников в городе Актобе проводим военизированную эстафету в целях преддверия празднования 7-9 мая. На данном мероприятии приняли участие начальник внутренней политики области, плюс командир воинской части 66-55 Национальной гвардии в целях патриотического воспитания молодежи. В соревнованиях приняли участие порядка 100 человек. В первой части мероприятия проводилась спортивная эстафета. Одним из ее участников стал Жаслан Костенов. Он приехал из Алгинского района. В таких патриотических мероприятиях он участвует не в первый раз. Сам Жаслан считает, что эстафета отлично пропагандирует здоровый образ жизни. В сегодняшних военных соревнованиях мы приняли участие от имени нашего Алгинского района. В целом эстафета прошла на высшем уровне, ведь она проводилась в рамках празднования Дня защитника Отечества, что очень хорошо, ведь так у молодежи появляется интерес к здоровому образу жизни и чувство любви к родине. Следующим этапом соревнований стал армрестлинг. Среди участников были и те, кто уже выполняет свой долг перед родиной. Один из них – Багдат Ахылбек. Сейчас я участвую в соревнованиях по армрестлингу. Сами из Тараза призвали на службу в прошлом году. Такие мероприятия очень радуют. Все проходит отлично. Надеемся на победу. По итогам соревнований команды победителей были награждены благодарственными письмами и призами. Жаслан Жалбаков, Азамат Сауханов, телеканал Актобе.